Я, например, ноги уже потерял. Держим, держим, держим ноги, хорошо. Теперь давай то же самое, только боком ко мне. Пропорция. Ноги вместе. Вместе ноги. Как-то так? Не, вместе просто ноги, пропорции. Пропорция, значит, просто стоишь, ступни соедини. И теперь просто ноги прямые, стисни ягодицы. Напряги ноги. И поворачивайся, теперь делай полукруг руками. Как это? Ну, просто правой стороной к судьям. Вот так. Вот так? Не-не-не, руки вот так. А. Да. Отлично. Отлично. Напрягается грудь. Да, хорошо. А смотреть вперед. Еще раз то же самое, только стоять вперед. Да, и так стоишь. Хорошо. Теперь другой. Спиной ко мне. Спиной ко мне. Оценка пропорции. Ягодицы сжал. Задень немножко планки, чтобы видеть, ягодичная сечется или нет. Да, сечется. Хорошо. Это слишком. Чуть-чуть опусти планки. Чуть-чуть. Вот так. Давай. Стал спиной ко мне. Ага. Ноги вместе. Напрягай ягодичные мышцы. Сжимай. И теперь руки вот так, как ты стоял. Расслабленная позиция. Пропорции сзади. Да. Дельты задние напряжены. Спину расширил максимально. Хорошо. Теперь и боком опять к судьям последний раз. То есть держи. Направо всегда. Всегда направо поворот. Вот сюда. Правой стороной, потом всегда направо. Ноги вместе, помнишь? Mm-hmm. И пропорции. То есть поворот с полукруглыми руками. Хорошо. И лицом опять. Вот так, полоборота как бы. Так на вами? Ну чуть-чуть больше на меня поверни. Ту сторону, чуть-чуть больше еще. Да. Ноги у тебя не вместе, ступни. Ступни должны быть полностью вместе. Да? Ягодицы стиснул, да. Вот так хорошо ягодичную видно, как она сечется. Отлично. Теперь лицом ко мне стал. Ноги сильно напряг, чтобы они продавились. Сережа, ты не смотришь ни хера. Что ты там смотришь? Я же рассказываю, как позировать. Ты вообще не знаешь ничего пока что. Давай, напрягай ноги. Так на сцене делать нельзя, ты, надеюсь, понимаешь, да, как ты сейчас сделал? Да. Давай, широчайший спереди, кулаки упер, сжал талию, чтобы она, да, вот так сзади упер, ноги потерял уже, напряги ноги, разводи, хорошо, чуть согни ноги. Я боюсь, чтобы Олег у меня не выиграл, у него такой рельеф. Теперь. Это без сушки. Двойной бицепс спереди, давай. Держишь ноги, двойной бицепс спереди, согибай до конца руки, сильнее сгибай. Держи, лицо расслабь, улыбайся слегка. Хорошо, держи ноги. Ну куда ты ноги отдаешь? Напьюсь после этого выступления. После такого стресса. Смотри, кулаки широчайшие спереди, ноги напрягай. Сейчас. Так что же нельзя на сцене делать будет? Судороги. Так ты еще 2 минут не простоял с напряженными ногами. Встань, двойной бицепс спереди. Напрягай ноги, давай. Я уже не могу их напрягать. Давай. Широчайшие, значит, какие там у нас? Широчайшие, это было. Давай пресс, бедро спереди. Одну ногу вперед. На носок. Напряг ногу. Тут боком немножко, чтобы она больше казалась. Заднюю ногу. Эту на носок. Напрягай сильно бедра на обеих ногах. Давай. Продави. И теперь пресс. Хорошо. Напрягай пресс. Улыбайся. Хорошо. Напрягай ноги сильнее. Попробуй переднюю ногу выпрямить до конца. Попробуй заднее согнутое, вернись назад. Вернись в кадр, а то еще увидят какое-то разгильдяние и захотят с тобой дружить. Поставь ногу носком туда. В заднюю. Вот да, и чуть-чуть, не настолько. Ага, напряги сильно. Эту прямую аж до боли, продави ее. На носок поставь, пятку оторви. Да, а нога прямая, хоть и на пятке. Так, напрягай, 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 пресс, хорошо. Ноги как-то не режутся. Хорошо. Не режутся. Двойной бицепс сбоку с произвольной руки. Ставишь ноги, чтобы распластать бицепс бедра. Да. И чуть-чуть больше упластай. Да. Потерял. Присядь чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Сильнее, сильнее. О, да, вот так. Держись. Присядь чуть-чуть. И теперь грудь вверх. Грудь вверх. Руку согну чуть больше. Вот так. Хорошо, хорошо. Теперь трицепс, то же самое, ноги также ставь и трицепс показывай. Мне тяжело с бедра на это все делать. Всем тяжело. Трицепс ставь. Трицепс сзади бери, сзади. Выдавливай, опирай широчайшие. Хорошо, а теперь немножко поверни ко мне и позвоночек выпрями идеально. Вот так вот?
Или вот так. Как мне лучше, вот так руку? Не, разверни. Разверни чуть-чуть. Или вот так. Продави, вот так, рука нормально. Теперь присядь, ноги держи. Олег, работай. Ноги, руку сделай. Заведи назад красиво. Выпрями. И выверни грудь, не сутулься. И поворачивайся ко мне лицом бы чуть-чуть. Все, вот так держи, запомнил? Ага. Держишь максимально трицепс и ноги держишь. Живот втянутый, грудь поднята, хорошо. Расслабился. Теперь задние позы сейчас пойдут. Значит, двойной бицепс сзади. Так, ягодицы так сильно задирать не надо. Одну ногу назад на носок. И напрягай на ней бицепс бедра. Вот так или вот так? Ну так, так, да. Теперь поднимай руки вверх, показывай двойной бицепс сзади. Давай. Согнул, напрягай. Теперь смотри, у тебя бицепс не видно, у тебя надо назад накрутить. Наклониться, да? Да, вот так надо наклониться и накрутить, да, давай. Ты что ты раком стал к судьям? Давай. Согни руки сильнее чуть-чуть. Хорошо. Хорошо, чуть ниже локти попробуй. Хорошо, вот так. Все, теперь широчайшие сзади. Спиной к нам. Руки, ноги, не надо одну ногу назад. Попробую так носки в стороны. Чуть-чуть напряги бицепсы бедра. Хорошо, ягодицы сожми, сожми. О, вот так, да. Теперь разводи спину, сильно, сильно разводи. Раз, и разводи елочки, показывай, да. Прогни спину, чтобы было видно. Шире, 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 наоборот. Вот так, да, да, да. Вот только что был ракурс, где она была шире у тебя. Максимально дави. Во-во-во, вот так где-то, да. Нам надо, чтобы широкая спина была. Все, ноги потерял. Потерял ты ноги, потерял победу.